Хорошим подарком ко дню всех влюбленных станет поход в кино на один из самых ожидаемых фильмов этой зимы «Лед 2». Картина выходит на большой экран 14 февраля. Посмотреть новинку можно в ККЗ «Панорама» на Смоленском 29. Фильм рекомендован зрителям старше 6 лет. Для фигуристки Нади и хоккеиста Саши, с которым зритель познакомился в картине «Лед», звучит свадебный марш. Теперь они больше всего на свете мечтают о ребенке. Но цена, которую им придется заплатить за воплощение мечты, невообразимо высока. Ну что, кто там у нас? Пока сложно сказать. Может быть, если повернется? Да, переворачивайся. После пережитых потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках. Особенно если сценарий этой сказки пишет Андрей Золотарев. В главных ролях фильма «Лед 2» Александр Петров и Аглая Тарасова. В картине также играют Мария Аронова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина, юные дарования Вита Корниенко и Сергей Лавыгин. Увидеть премьеру тверичане смогут на большом экране в день всех влюбленных 14 февраля. Это будет лучший подарок своей половинке на праздник. Заказ и бронирование билетов по телефону 300 033 или на сайте panorama-tver.ru. Возрастное ограничение 6+.